Ура-ура! Мы сегодня отдыхаем на большой лагерной. Вот такая красота вокруг. Приехали к морюшку. Сегодня жаришка. Прелесть просто. Народу, конечно, есть, но мы тут заичились. Сейчас покажу, как мы тут устроились. Ать. Ать. Тонька с нами. Теребонька. Так. Ну, понятное дело, чё. Нет, хорошо здесь. Очень-очень хорошо. Чё это у меня? Класс. Тоша всё куда-то уходит. Тоша? Тонь? Тоша? Тоша? Тоня, Тоня, Тоня. Слушай, мне прям хочется его посадить на это. Куда-то он вечно стремится. Иди, Тоша, Тоша, Тоша. Тонечка. Иди, мой хороший. Тоша, иди на место. Тоша, место. Так, наверное, пойду и сама чайник поставлю, что товарищ занят тут. Весело, такая прелесть, как хорошо. Супер. Супер. Так, Димка, ты разлил воду Тошкину. На посадку пошел. Ну, если дополнительные рейсы может. О, как красиво заворачивает. Че, попробуем? Че? Сейчас, да еще пусть, наверное, по-по-по-это. Ой, по. А, да поставь их просто там. Пусть пропекутся, они же такие толстенькие. Разговоры между делом. Ты что, там посмотришь? Конечно. Вот люди домой прилетели. Или гости. Вот такая вот красота у нас. Сидим, балдеем. Так, что у нас на столе? На столе у нас, ну, вот это вот уже мы. Картошечка. Сосисочки из баранины. Дрончик сегодня работает. Тоша, Тонечка сидит. Ну я уже от солнца защищаюсь. Это же солнце сегодня такое. Ух. Что за нифига ездить? Вот тут дети по пляжу бегают, собаки. Нет, они вот приезжают и давай вот наяривать по пляжу. Ну, ну что вы, не знаю. Машинку наверху оставили, чтобы никому не мешать. Я думаю, вот как-то так и надо. Люди носятся.
Хорошо сегодня, просто необыкновенно хорошо. Бревнышки вот прибила на берегу. Еще одно бревнышко там. Хорошо. Жаришка. Развлечения, квадроциклы сегодня были и просто машины. И вот такие вот красивые ребята, разноцветные. Красота. Наверное, обсуждают, куда поехать. А мычьёк опять поставили по новой. Я сегодня развлекаюсь дровишками. Ну давайте, езжайте уже. Я вас в движении сниму. Как может. Да, Дим? У нас свои развлечения. А вот еще развлечения. Люди на сапах. Видите, в морюшко идут. Ой, тут еще были, помнишь, как-то проезжали, в прошлом году снимали, как они называются, с парусом на досках. Как же они? Я тоже забыла. Кайт, кайтбординг. А, вот, да, на кайтбордингах тут. Но сегодня не очень ветрено, да, поэтому... Кайтер. Да, поэтому нет. Если был бы ветер, я думаю, они бы здесь были. Тоже развлекались.